В данном уроке мы покажем, как применять винты при ударе в угловые лузы. Расставим шары по линии от угловой лузы к средней, 5-7 см друг от друга. Поставим напротив каждой лузы по 3 шара. Это придаст разноплановость нашему упражнению. Главное здесь – правильно встать в стойку. Не забыть следить за локтем, за движением кия, делать плавные, равномерные движения и не торопиться –